Итак, друзья, приведите друга на маркет, промокод, вот он, который даст ему скидку 500 рублей на первый заказ и вот 5000 рублей. Значит, а вы после этого получите 300 баллов плюса. Соответственно, давайте прочитаем условия акции полностью и приглашение друзей на сервис, как пригласить друзей на Яндекс.Маркет, вопросы-ответы. Ну и давайте пригласить друзей на Яндекс.Маркет. Перейдите в ваш профиль на страницу «Пригласить друзей», нажмите «Отправить промокод другу», отправить промокод через любой мессенджер. Второе – это ваш друг оформит покупку от 5000 рублей. И перед оформлением заказа введите промокод, который получил от вас. А баллы поступят на ваш счет сразу после того, как ваш друг получит заказ. Особенность: промокод действует только для пользователей, которые в течение последнего года не делали покупки на маркете. Баллы действительно в течение 3 лет. При отмене заказа баллы не начисляются, но покупатель может повторно сделать заказ со скидкой по этой программе. Если новый покупатель частично или полностью отменил заказ с использованием персонального промокода, а в новом заказе повторно применить этот промокод не получится, то есть он сгорает. Если такой заказ был частично или полностью отменен маркетом, то повторно использовать персональный промокод для получения скидки можно. При возврате заказа баллы не начисляются и повторно воспользоваться промокодом не получится. Если сотрудники маркета заметят множественные заказы с разных аккаунтов одного пользователя, кэшбэк за такие заказы начисляться не будет. Друзья, вот все условия. Всем пока. До свидания. Ссылка в описании.